По всей Поднебесной открываются тематические кофейни с оригинальной концепцией. Зачастую они расположены в необычных местах, чем и привлекают посетителей. Так в Шанхае заброшенную кирпичную котельную превратили в модное заведение со вкусными напитками. Это историческое место с современными элементами в дизайне. Мне здесь нравится. Кофейная лихорадка охватила не только городские деловые районы, но и сельскую местность. В деревне Сиангу в провинции Дзянсу кофейню построили на рисовом поле. Пить кофе, любуясь зелеными горами и водой, быть ближе к природе – это все помогает обрести внутреннее спокойствие. Возможность познакомиться с местной культурой привлекает клиентов в район Шуанлю в городе Чэнду. Здесь в кофейне собрали множество старых вещей. А в деревне Ляншуй столы для гостей поставили во дворике среди жилых домов. Китайский рынок кофе в последние годы стремительно развивается. Его объем в прошлом году превысил 380 миллиардов юаней.